Ну что, друзья, всем привет. Сегодня будет крутая мега-покатушка у нашего Александра, который на Балтмоторсе раньше ездил, который сейчас на Гепарде, на Ямахе. День рождения будем отмечать в Троицке, вот в таком вот замечательном ресторане. У нас на вечер заказан столик. Вот все наши ребята уже подъехали. Мы приехали в гости, в клуб троицким ребятам. У нас сегодня будет 12 квадроциклов. Два опаздывают. Ну вот сейчас у нас Гепард, BRP. А, еще два гепарда. Цех Мото, Ямаха, BRP, Константин на Outlander. Много квадроциклов. Ожидается много грязи. Все ребята жаждут поехать в грязь, кайфовать. Очень хотят перед закрытием сезона. Сезон уже заканчивается, уже скоро наступают морозы. Сейчас ноябрь. Не помню, какое число, 6 что ли, ноября. Через неделю-две уже невозможно будет в грязь проехать, так как все замерзнет. И ребята под конец сезона решили насладиться грязью. И вот троицкие ребята обещают нас отвезти в хорошую грязь. Поэтому мы выдвигаемся, выезжаем, поехали. Дальше будет.
здесь середина, он еще тот отрезок. Ребята, пока, короче, в середине первой луры все застряли, все уже грязные, все идет по плану. ЦФ вообще умер тут. Сейчас следующий пойдет Александр на своем супер мотоцикле. Посмотрим, что он нам покажет. Происходит лютая дичь. Слышите, орут выхлопы, ничего не понятно. Короче, такая вот история. Короче, вот здесь, в середине лужи, BRB немного засел, XMR. Посмотрим, что здесь сможет другие показать. CF даже не доехал начала. А, будем смотреть, что будет дальше. Ромик, все нормально? Все отлично. Слушай, ну я здесь на 44-х вообще не останавливаясь проезжал. Поехал. Это ведьмин студент, детка. Здесь жестко. Ну, здесь весело. Сейчас у них спросим, как. Все, кто хочет грязи, надо бежать сюда. Вот это же понял, что я вот туда поехал. Это. Но он уже что-то весь грязный, да? Лёх, газу, давай, больше газу. На всю надо открывать? На всю. Открытый. Газ бол на блокировке прямо вообще, давай. Не жалей редуктора! Грязи набрал спереди. Илюха, наши все проезжали эту лужу. На полгаза. Не, проезжали. На 27-м бихорне. Смотрите, чистый такой, да? Ну, давай, вообще как новенький. Газ бол! Вы же хотели грязи. Ну что, мало газа? Ну я больше газа, покажи. Я уже просто проехал. Ань, как прокомментируешь происходящее? Что происходит в данный момент? Канадские, опять канадские инженеры потерпели фиаско. Фиаско? Потерпели по полной, продолжают. Ты что сейчас покажешь? Тем временем брянские инженеры все рассчитали. Да? Точный расчет. Сейчас будем показывать, да? Точно. Брянский решает. Брянский расчет, умноженный на правильный сервис обслуживания, правильную подготовку, все. Ну, сами знаете, куда надо ездить. Посмотрите на вот это. Ой, какой мотоцикл. Так, американский мотоцикл потерпел фиаско. Тем временем брянский мотоцикл без проблем преодолел лыжи. Даже не газовал. Канадский мотоцикл потерпел фиаско. Смотри, а что он загоняет его так? Он здесь даже не сидел. Да, да, он здесь. Уплайт и криптит. Вот тебе. Сань, его. Подтолкни в бампер его. А, так он на лебедке едет, смотри. Ничего страшного. Я поехал. Я тебе говорил, я все верти объезжаю, все! Нахуя я говорю? Сань! Ну-ка давай, что сука, случилось? Блядь, сука, блядь! Канада, нахуй, ёпт, не могу кататься, не могу, ёпт. А я-то думал, Саня, он едет, а он-то на ребёнке. Бля, я не могу кататься, ёпт твою мать. Вы посмотрите, блядь, стелс не может кататься. Дайте покататься, BRP, блядь, заебали, да? Ёпт твою мать, блядь! Бля, вот этот концерт. Проглиссирую, да? Ну ёб твою мать! Пробка! Ой! Опять все убежали.
из BRP, они не едут, блядь. Саня, мы можем им чем-то помочь, может быть? Ну у него бампер типа дорогой, я не могу его толкать сзади. Все, пиздец, я помогу его так. О, смотри, гепард, смотри, например. Посмотрим, что вот это на 30-й, да, покажется? Что-то он застрял уже. Может, водители делай, Горян? Да, там так не скажешь. Ну что, ты от водителя даже на сюда приезжает. Не та траектория. А, понял. Так. Капец тут дичь. Сань, покажешь сейчас как надо? Толкал здесь, сел, сейчас посмотрим. Но он едет, он даже особо не напрягает, я могу сказать. Ну, тут по кадрам все видно. Где он сидел, что-то газовал, селся пока хорошо. Вот сейчас вот немножко утонул, но он даже не застревает. Он ему все время газу дает, но он все время на ходу остался, получается все. Все, утонул. Все, Сань, проехал. Мастер-класс от Игоря. Видали? Видали, бля? Учитесь, ребята, работа с весом. Красавчик, бля. Смотри, что творит. На глиссере вот так, чуть-чуть пройдите. Баб снимать в кабаке. В кабаке, да. Сань, покажи ему. Большим-большим трудом канадский мотоцикл преодолевает. Или он на ребёнке? Он же не ехал, нет? А зачем он сюда поставил? Надо будет спросить интервью. На Ренегат 27. Сань, ну это... Надо по твоим методике газу побольше. А он не газу. Рома на 24-м Бихорн здесь проезжал. Или даже на 20. На 23,5. Следующая грязь. Outlander. Сейчас посмотрим, что нам покажет гепард. Outlander, скорее всего, проедет. Она станет впереди тебя пускать.
случилось? Ты здесь на 24-м, ты Хомиш проезжал. Да, помню, да, да, да. На 23-м с половиной. Да. Так, стелс пошел. Теперь брянский выступает завод. Канадский завод сейчас выступил, потом будет брянский завод. Битва завода. Битва завода, да. Канадский завод толкнуть надо? Канаду надо толкнуть, да, по фокусу. На Авито толкнуть? Нет, просто пока толкнуть. На Авито потом переходит. Давай. Так нечестно, он ему разбивает. Чё-то не идёт, ёпта. О! Вот за это, да? Лучше за то, или вот за то, за дальнее? Ну а как он сейчас его найдет? Короче, здесь лужа жесткая. Очень лютый выезд. Скорее всего, никто не выйдет. Проедут-то они здесь до конца оба. Какой надо покупать мотоцикл? Стелс. Какой надо покупать мотоцикл? Ребят, вы все видели? Какой надо покупать мотоцикл? Стелс. Мотоцикл. Скажу пацанам, что рассказать? Ну, сейчас вот мы выехали. Что случилось с канадским мотоциклом? Канадский мотоцикл, как обычно, для нашего климата непригоден. Это надо для оффроуд-парков. Нет, что сейчас у него случилось? В Канаде, в Германии, в Европе, в Америке, вот так как мы катаемся, нельзя. Там только оффроуд-парки, где техпомощь, там рядом попить, пописать, все есть. Поэтому вот все ребята стоят, отдыхают, а канадский его даже не видно, ёб твою мать. Нет, стоит, а что у него сейчас проблемы случилось? Выхлоп забился, как и обычно. Нельзя покупать. Вот. Брянские, рассчитали все, перегородочки, даже если заглохнешь, все охуенно. Да? Конечно, все расчет, инженерский расчет, брянская КБ. Мои зрители в Инстаграм часто пишут, что Александр, пора открывать собственный блог. Или ты предпочитаешь на нашем канале вещать? Не, да, на вашем канале буду. На все, вашем канале. Вот сейчас ребятам буду рассказывать про переделку гепарда. Скоро увидите. Супер внедорожник гепард. Еще более проходимый будет. Да? Просто. Впереди лютые проекты, да? Впереди планеты всей. Уже дальше чеховский. Чеховский курит уже? Все, здесь вообще. Ой, что?
Константин пошел, глянь. Косик газу! Трубу езди помыть там в речке. Так, ну что, покатушка наша закончена в 5 часов, потому что на 5 часов у нас заказан здесь ресторан в Атутинке, Московская область, Троицк рядом здесь. А, вот сюда пойдем, сейчас грузим квадры, чтобы переодеваемся все в чистенькое. У нашего Александра было неделю назад или две даже день рождения, и сейчас вот на этих выходных Александр организовал для нас стол, ресторан. Сань, да. Хорошо покатались сегодня? Прошу извинения, что стол не в лесу. Ну, блядь. В лесу, Сань, стол лучше. Троицкие ребята, да. Хорошие? Очень хорошие. Веселые? Это, блядь, не стол. Стол, когда в лес на Лубянку генератор несут, там все, там музыка, туалет, там пиздец. Ну, как мы сегодня по-скромному? Ну, да, ну, блядь, ну что ж. Пишите подписчики, Сане. Простите, не по квадроциклетному, ну что теперь сделать? Пишите Сане поздравления с днем рождения. Да. Сань, коучса. Да, давайте в честь моего дня рождения всем собрать конфигурацию моего гепарда. И отправлять дяде Игорю видосы. Самый лучший видеоролик попадет на канал, на канал и в Инстаграм. Ну, короче, тебе сегодня катка понравилась. Грязь, много было грязи, хорошо? Да, грязь хорошая. Гепард хорошо ехал? Как обычно, очень радует. Все. Для грязи не про меня никогда. Че, сейчас переодеваемся и идем. Да. Все. Так, ребят, что, готовы посидеть, хорошо кайфовать? Да, сейчас готов. Много кальянов. Да. Кушать будем, Игорян. Че, придем, прикинь. Кальяны, прикинь. Будешь кальян курить? Не, а так чисто шашлычок, картошечка, чаечек, культурно. Все, посидим. Без алкоголя. Покайфуем. Все, короче. Илья. Готов посидеть? Вообще, блядь. Будешь кальян курить? Пиздец, и пить буду. Да лед тает во всем. Так, сейчас будем поздравлять Александра. Да не надо. Поздравлять Александра. Мы все налили, ребят. На, Константин, подержи. Почему, что дали у Данила лучше? Да нет. Давай, Сань. Ой, дядя Игорь, ой. Буду поздравлять Александра. У тебя был день рождения. От всего коллектива тебе желаем хорошего здоровья, чтобы твои мотоциклы тебя не подводили никогда, чтобы у тебя все было в порядке. Твой подарок мы тебе на среди недели подгоним, он сейчас в пути. Саня один из первых, кто присоединился. Он дольше всех, Саня, по-моему, вот сейчас на данный момент с нами катается, Саня, третий год уже. Хороший парень.
всегда выручает, всегда на позитивном настроении. Короче, Сань, от души. Ты шикарный стол для нас сделал. Мы тебе благодарны. Будем и дальше кайфовать. Ура! Опа! Оп. Оп, Константин. Константин. Костя, что горят? Да. Не, он же не пьет. Наоборот, голова не кружилась при толкании. Да, у меня не кружится. Горят. Два льда кладешь на шоколад. У меня пополнен. Константин сегодня оператор у нас. Вот так вот сидим в таком шикарном заведении. Очень хорошо кайфуем. Все в порядке. Теперь у нас следующий поздравляет. Да. Сразу мешает. Слушай, я так не так много тебя знаю. Год, наверное, уже прошел. Да, наверное, вот. Да. Ты, конечно, небольшой кипиш, но ты классный пацан. Вот, особенно, когда грибы попадаются. Вообще супер. Тебе, ты молодой, тем более, все впереди. Бля, здоровья, чтобы ноги были целые. Чтобы ты не расслаблялся в колее никогда. А ты был свидетелем, да? Конечно, я был. Главное здоровье, чтобы пацаны все были рядом. Спасибо. Чтобы все было заебись. А мотоцикл, чтобы не ломал, стелс. Ну, это Игорь уже пожелал. Это давай, давай, с днем рождения. Игорян. Давай, Костян, бери. Давай, Сань. Саня. Ой, оба. С подписчиками, с подписчиками. Да, давай, подписчики. Все катаемся. Давай. Нет, наоборот, лежим больше на диванах, чтобы наши просики не разъебывать. Ложимся в позу горизонтальную, смотрим канал, а мы как мы катаемся. Не мешайте нам кататься. Костян, ну давай, как дымишь кальян? Хороший кальян? Ну-ка, покажи зрителям. Ой, елки-палки. Так уж я говорю. Не, кальян. Давай, Илья. Костян, не. Давай, Сань. Ты охуенный парень. Простой, ой, честный, блядь. Просто охуенный. Желаю тебе, главное, здоровья. Правильно. А все остальное у тебя есть. Бля, уже и что жена тебе мозги. Скажи, желательно, чтобы у тебя день рождения было после нашей каждой катки. Бля, к нам кофры будут девать. Если в грязь поддержите, поехать, то с удовольствием. А то в грязь никто не любит сейчас ездить. Я люблю. Продолжаем. К нам присоединился Андрей Рыбак, представитель гепарда 650-го, низкокубатурный парень. Сейчас он скажет тост. В натяг. В натяг. Бери вот сок. И ты должен поздравить. Все уже сказали тост для Александра. О, давай, у меня как раз есть. Я думал, это соус. Это гранатовый сок. Да? Или вишневый. Вишневый, ёпта. Давай, рыбак, вставай, как по-человечески. На стол и сок еще три штуки. Спасибо. Спасибо. Давай, Андрюх, что ты пожелаешь Сане? Опять Андрюх, кто сам принес. Да тихо ты. Сань, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю, чтобы гепард твой никогда не ломался. Сань, всегда Сань нагибал BRP прям по полной, чтобы BRP-шники плакали все. Ну и здоровья. Сань, и на BRP, Сань. Спасибо. Сань, спроси, он скинулся на день рождения? Ой, бля, не дотянусь до конца. Давай, да, со всеми, да. Будет Игорян говорить поздравления Сане. Знаете, яблочный. Хочу так, Сашуля, в общем, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, чтобы твой гепард и дальше всех дрючил по полной, все XXC, BRP и все, что только можно. И тебе здоровья. Ура! Отличная компания. Константин. Чтобы нашел нормальный сервис для обслуживания. Есть, охуенно. Хорошо сказал. Будет поздравлять, давай. Сань, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего. Чтобы наша компания расширялась. Ну, не долбоёбами, а нормальными людьми. Что все были заебись, чтобы нам было всем заебись вместе. А прикинь, такая же баба ебанутая, Игорян. Так же хочу в грязь ебашу такая. Фэм, бабу, бабу тоже. Давай, Костян. Все, заебали. Ура. Всего самого хорошего, Саня. Хорошо, блядь. Давай, оп, спасибо.
Реально, заметили почему? Смотри, блядь. смотри, ёб твою мать. Ой, спасибо. Выбирай дуньку свою, ёб твою. Понятно. Заебал ты, блядь, давай. Надо ебануть вот так ртом прям, ну по квадратиклетному. Не без вилки, руками. Руками снимаешь? Руками. Спасибо! Вот и закончилась наша мега крутая покатушка. Все кайфанули. Надеюсь, вам данный ролик понравился. Хорошо очень посидели, поэтому заканчиваем видос. Спасибо вам. Пишите, пожалуйста, комментарии. Обязательно поздравьте Александра с прошедшим днем рождения. Мы уезжаем. Грузили уже все квадроциклы. Ждем ваших комментариев. Обязательно. Не забудьте поздравить Александра. Хороший парень.